вовсе не как надел тебе регалии сердца нова, покатываясь в пригородных поездах без конца. Я звонил все неизвестные телефоны, но твой голос так и не узнал. Перебирая тома в голове, метался, словно художник без красок. Мне надо было миру рассказать о тебе. Вот я и надо было рассказать. Встречаясь утром, уткнувшись в экран, проходим друг друга, не замечая. У нас отношения пресные, и все да не так. Ведь чувства со вкусом не сладкого чая. А знаешь, в наших жизнях по-старому все мимолетно касаются судьбы. Но в красную книгу вновь занесем вид по-настоящему счастливые люди. На циферблате отпечатки пальцев ушедших навсегда людей. Теперь меня не попросят остаться на страницах нарисованных дней. Эти стены города давят, и стало трудно дышать. Они кричат мне: лучше уезжай, уезжай навсегда. Но миллионы людей мне не заменят тебя. Миллионы людей заменят тебя. Миллионы людей не заменят тебя никогда. Только ты знаешь, куда судьба унесет, и каково мотаться до крайнего, когда единственное средство рассказать обо всем это в словах, письмах, выгранивать и сжигать. Мы все никак не найдем тебе река, где сердце дома, покатываясь в пригородных поездах без конца. Я позвонил все неизвестные телефоны, вот мой голос.